Первоочередно я столкнулся с проблемой то, что кусочек у нас неравномерный. В одном конце у нас 9 сантиметров, в другом конце у нас 8,5 сантиметров. То есть вот на эти 120 сантиметров у нас получается потеря в пол сантиметра. Ну тогда начнем с более широкой части, чтобы не пилить. В первую очередь нам нужно отбить первый край в 45 градусов и отпилить его. Приступим. Главное запомнить, что вот эта вот часть у нас должна быть вовнутрь нашего угла. Поэтому вот таким вот страшным звуком мы начинаем. Расстояние я возьму по вот такой бумажке. Расстояние буду отбивать от внутреннего угла. Так, мне так нужно. Это у нас получается 9,5 сантиметров. И у нас получается вот такая вот тема. Вроде бы ровно, есть какие-то небольшие, конечно, зазоры, все равно погрешность при измерении присутствует, так же, как при пилении. Но, тем не менее, мы сейчас это все склеим. Вот здесь получился небольшой скол, я это замазал темным воском, надеюсь, не особо будет видно. Ну и торцы мы также замажем темным воском, будет вот так, не будет видно вообще. А сейчас будем склеивать, я думаю, клеить придется на какой-нибудь суперклей, космофен и что-то подобное, потому что ПВА будет долго собираться. Я буду клеить на вот такой вот суперклей. Сейчас попробуем, что у нас получится. Начнем с первого, а дальше уже будем отталкиваться. Откинем этот и начинаем небольшими точками. Я не хочу, чтобы клей вылез у нас на поверхность, поэтому будем делать вот так. Мне главное, чтобы сошлись внутренние углы, а внешние мы уже сейчас что-нибудь придумаем. Может быть, сделаем надрез. И сейчас так проделаем со всеми четырьмя и вернемся уже, когда будем равнять края и остальное. Вот эти вот места получились лишь из-за того, что у нас была разбежка по ширине нашей заготовки. Все готово, все проклеилось. Сейчас мы отрежем небольшие ромбики здесь по краям, чтобы убрать вот эти вот несостыковки. И дальше уже будем работать с воском. Ну и вот, в принципе, что у нас получается. Сейчас я возьму воск, у меня вот такой вот антикварный воск под красное дерево. Он более или менее подходит, но ничего, к сожалению, подходящего по цвету у меня нет, поэтому будем мучиться. А если долго мучиться, то что-нибудь получится в итоге. У нас настолько жарко, что воск течет просто. Также можно будет немного забить вот эти вот темы. Я имею в виду стыки. Хорошо забьются темным воском, и их не будет видно. Также проходим и торцы. Торцы темнеют. Вот так это все выглядит. Незащищенный ламинат с этой стороны, естественно, уже как бумага. И он хорошо и замечательно впитывает воск. Кстати, это еще один как гидрофоб, поэтому не страшно в случае чего. Я сейчас пройдусь полностью, немного оставлю его, чтобы здесь воск встал, а потом просто смою и уберу с поверхности. Осталось равномерно наклеить фотографию на подложечную бумагу. Также сделаем с помощью суперклея на... Вот так вот удерживаем. В целом готово. А дальше вклеиваем подложку в рамку. И уже вернемся, когда это будет в интерьере. Покажу, что как.